Всем привет! Вы смотрите канал Mabotix Webcams Russia. Господа, не переходите в силовой ход. С 15 марта запрещен выход на лед водоемов Санкт-Петербурга. Спасатели призывают горожан соблюдать правила и не рисковать своей жизнью. Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен. Солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. На Неве много мест, где течением лед подмывается, образуются полыньи. Это очень опасный фактор. Не пользуйтесь переходами по льду. Несколько сотен петербуржцев в морозные выходные решились выйти на речной лед, причем в самом центре города. Смельчаки попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как множество людей гуляют по Неве рядом со стрелкой Васильевского острова. Никого не смущает, что недавно там прошел ледокол. Люди фотографируются, кто-то вышел на лед с велосипедом. Один человек грубо пренебрег своей безопасностью и, пересекая судовой ход, провалился в полынью. Рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует большой выносливости. Человек выбрался самостоятельно, продолжил путь, и через два шага лед снова проломился. Провалившись еще раз, он оперся о край полыньи и, медленно ложась на живот, выбрался на крепкий лед. Окружающие просто наблюдали за сомнительным подвигом. Даже в морозы выходить на лед в центре города опасно. Там много трещин и торосов. Необходимо умело управлять катером, чтобы обойти льдины и подойти к утопающему, не усугубив его положение. Если человек провалился и до прибытия помощи сам выбраться не смог, его легко может утянуть под лед течением. Кстати, сеть супервидовых веб-камер Санкт-Петербурга позволит вам в режиме реального времени увидеть всю красоту Невской панорамы. Трансляция сделана на оборудовании Mabotix, которое работает в любую погоду и при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Ледоход – это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Смотрите веб-камеры на сайте телеканала «Санкт-Петербург» и на сайте «впитер.ком», где вы можете оставить комментарий, сопровождающийся высококачественным снимком с камеры. Будьте осторожны и не подвергайте свою жизнь опасности. Ссылки на онлайн-трансляции в описании под видео. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!